Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Очень часто, видать, я говорила, или в холодильнике я показала, что мне много лимона, все. И те, кто давно меня смотрит, все знают, что мы пьем водичку, простая водичка с-под крана, ну, конечно, вот, который у меня очищенный краник. У меня, вот видите, один кран, кажется, да? А здесь у меня простая вода, а вот с этого, это через очиститель. У нас там очиститель стоит, поэтому это я набираю. И вот два у меня таких кувшина. Это топивары. По-моему, давно я их покупала. Наверное, лет 15, так это, если я скажу, а может и больше. Перед тем, как мне делать эту водичку, я кладу лимон в очень горячую воду. Говорят, вроде бы, что до последней капли отожмет. Берем ножичек. Очень мне понравились фаберликовские ножи. Обалденные. И вот так пополам я режу, вот смотрите, видите? И вот у меня есть чудо Юдо. Даже недавно в каком-то кино я смотрела, и шел по-домашнему, и там такой Эленберг. Это, ну, у каждого может быть хоть какой. И я выжимаю сок сейчас. И вот действительно можете проверить, что когда после холодильника в горячую воду, очень хорошо. Вот такие две половинки лимончика можно их высушить. Я их все сушу и потом на дачу закопаю куда-нибудь в землю, и будет счастье мне. И земле тоже. А можно также делать сюда свечки, будет запах. Сейчас вот стоит запах вообще. Так, смотрите, теперь сейчас я этой простой водичкой вылью вот так вот. Я показываю, как я прям делаю. Так, все. Вот смотрите, в этот двухлитровый, откуда я выливала, здесь 2 литра воды. Я сейчас вот так, оп. Это простая холодная вода с-под крана с лимончиком. Один лимон вот у меня на большой, на 2 кувшина. Я не знаю, кто что говорит, девочки, кто вредно, кто не вредно. Вообще вредно жить на белом свете. Люди умирают от этого. Так, и теперь смотрите. У меня есть вот такой чудо Юдо. И я вот, чтобы процедить. Так, в общем, смотрите, вот что у меня получилось, да? Типа жмых. Так. И теперь напополам. Всегда, когда на камеру, что-нибудь да не получается. Сейчас еще раз. Сполоскнуть-то надо, здесь же был со жмыхом. Смотрите, теперь то, что получилось с 2 литров, я разделяю. Вот, одинаково, видите, да? И добавляю простой воды. Это делается очень быстро, если не на камеру. Сейчас я наберу еще воды через очиститель. Для вас это 1 секунда, для меня, ну, я не полную стала набирать, потому что долго ждать. Все! Вот так я набрала. И все, что получилось, это сейчас сушить, это сейчас помоется, а это сейчас пойдет на место. И, короче, вот где-то за с полдня до вечера и за ночь это все выпивается. И каждый день я делаю это. Ну, кто-то скажет, вредно. Мне уже писали, Элла, такая водичка в такой концентрации вредно. Ну, попробуйте разбавлять больше. Можно на 5 литров. И может и будет вам счастье. Так что нам хватает. Все пьют и все счастливы. Вот и все, мои дорогие. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Будьте здоровы, мои дорогие. Всем пока-пока.